Вот таким красавцем теперь я хожу на работу и везде. Да, это не Сиумишка, но тем не менее. Хорошо, когда рюкзак вместительный и многофункциональный. Вот такие вот замечательные рюкзаки в Биле. Сейчас идет акция. Стоит 2000, грубо говоря, 1999. И нужно насобирать 20 фишек. Фишки клеятся сюда. Ну и, соответственно, фишки выглядят следующим образом. Акция идет уже довольно-таки давно. И только сейчас получилось так, что вот он, совершенно черный рюкзак, который в нашей местности очень трудно достать. Здесь один общий большой прорезиненный такой кармашек. Все это фирменные вещи, так называемые, которые стоят довольно-таки существенных денег. Описание рюкзака. Это фирма, производитель. Ну, наверное, скорее всего, где-то в ближайшем Подмосковье его и делают. Либо же Китай. Что не так уж и страшно. Есть потайной карман здесь для очков, для душки. Потайной карман поместится как планшет Galaxy Tab на где-то 10 дюймов. Ну и, соответственно, основное одно большое отделение. Ну, замок, который прикрыт клапаном. Здесь для ноутбука. И, соответственно, карман для документов под замочек. Карман для повербанка и карман для мелочевки. Одно большое основное отделение. Существуют различные вариации данного рюкзака, но этот самый ходовой. Из-за того, что он темный, я думаю, эксплуатироваться он будет для работы и для всего аж бегом. Форму должен держать за счет того, что он, ну, очень плотный материал такой прорезиненный. Внутри полностью закрыт внутренней тканью. Вот так вот он выглядит. Также имеется с одной стороны клеенчатый карман для зонта. С другой стороны двойной карман. Один основной такой большой, другой из эластичного материала сделанный для того, чтобы мелочевку не потерять. Таким нахлестом он идет. В общем, как-то так. Кому было интересно, подписываемся на канал. Смотрим ссылки в описании на покупку данного рюкзака, либо какого-то другого. Всем пока!